Еще раз добрый вечер, друзья. Наконец-то я взобрался на эту сцену. У нас гость, зовут его Антон Носик, но это между нами, да? А в интернете его зовут Долбо... Ну, дальше уже он сам расскажет. Умный человек из интернета. Умный человек, да, и крайне интересный. Ник Антона Носика давным-давно стал присловием в московских литературных и прочих салонах. Так. Антон Носик, вот его же называют, ну, легендарный человек совершенно, так сказать, многие считают, что мифологема, а я с ним лично знаком, да, я с ним лично знаком, поэтому могу сказать, что это не миф, а реальность. Антона я хочу вам представить. Антон. Антон, спускайтесь, вы как-то нерешительно и робко. Ну, никак же не оказываешься в таком странном месте, да, Антон? Привет. В компании каких странных привет. Людей. Антон Носик. Илья. Илья. Алексей. Алексей. Антон, присаживайтесь. Пожалуйста. Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, ник мы ваш побоялись называть. Да бог, слушай, ну тоже, да. Это, знаешь, общее место. Ник Антона называть. Да. Хотя я так полагаю, что, что Антон его и придумал, чтобы его не называли, чтобы потом этим гордиться. Ну, типа, что люди проявляют креатив. Как бы, значит, процитировать, а его трудно не цитировать. И не понял, так, это, значит... Ведь... Нет, придумал я его, конечно, чтобы не называли, но... Почему? М? А почему? А в чем проблема-то? Ну, называли бы и чего. Или вам не хотелось, чтобы интервью вас брали, чтобы комментарии требовали? Чтобы... В чем смысл? Нет, это был просто очень конкретный момент. Самый, может быть, самый тревожный, беспокойный в моей московской истории, когда я был там в четырех местах главным редактором и в трех местах генеральным директором. И комментарии у меня брали каждые 5 минут. И если я завел одно место, где я высказываю свои личные мысли, вот мне хотелось бы, чтобы вот хотя бы туда бы не лезли за комментариями. И это более или менее была гарантия того, что не полезут. Ну, работало года 3-4, потом все равно полез. Ну, времена меняются, уже теперь можно говорить так. Кстати, вот по поводу трех главных редакторов и четырех там еще сотрудничеств, я попозже спрошу, эта технология меня очень волнует, как это совмещать, причем без потери качества. Но это отдельная тема. Давайте да, сначала по поводу интернетовских дел. Вот Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков займется исследованием благосферы с целью анализа данных о ситуации с наркоманией в стране. Вы, наверное, знаете об этой ситуации. Хотелось бы услышать, что вы думаете, как человек, который ведет один из самых популярных блогов в нашей стране. Ну, вы понимаете, появилась такая тема. Вот есть интернет. Так. И, естественно, все ведомства осваивают под это дело какие-то... Кто бюджеты, кто оборудование, кто канал себе протащить. Ну, объяснение каждый придумывает по своему профилю. Да? Если это наркоконтроль, значит, он там за наркотиками будет следить. Ну, понятно. Если это управление К, значит, оно будет следить за преступлениями в сфере высоких технологий. А хотят-то все одного. Широкий кабель в офис, чтобы и большой экран, чтобы порнуху хорошо было видно. И сидеть там в одной руке мышь, в другой сами понимаете. Интернет — это новая площадка освоения бюджета. Да, конечно. Конечно. И только? Прекрасно. Нет, еще игрушка прекрасная. Да? Так там под каких-нибудь калийные удобрения, да, они просто только деньги воруют. А тут еще можно... Кстати, о калийных удобрениях. Вот послушайте, вот еще одна новостишка. Власти Москвы заказали 10 тысяч... Заказали в кавычках? Хотя нет, без всяких кавычек. Заказали 10 тысяч человек на акцию в День России. В тендер на сумму в 2 миллиона рублей. Вы пока, ребят, посчитайте. Значит, 2 миллиона поделить на 10 тысяч. Опубликован на сайте госзакупок. Итоги конкурса подведут в мае. То есть официальный конкурс. Да, по заказу 10 тысяч, значит... Выиграет компания, нет, так 10 это тысяч, предоставить. Извините, ников Антона Носика в интернете, которые придут, значит, на День России. Это что такое, Антон? Которые будут закуплены правительством Москвы для утаптывания Васильевского спуска. Или где они там собираются топтаться? Ну, куда бросят, что называется. Была бы масса народа, а куда бросить? У нас-то в городе 100% на Болотную площадь. Много мест. Ну, тут главное, я думаю, все-таки здесь не масса народа, а она все-таки инструментальная. Главное, это финансирование, которое они хотят. Вы уже объявили, да? 2 миллиона? Там? 2 миллиона. 2 миллиона за 10 тысяч человек. Да. Если пытаться мучительно посчитать, сколько это будет на человека-то? Ну, рублей 200, наверное. Нет, я думаю, 2 тысячи, наверное. Не-не-не. А сколько? Никак не 2 тысячи. Ну, 2 тысячи, подожди. 500, 400. У нас статисты в часе, ребят, в часе слушайте, суда получают. 2 миллиона поделить на 10 тысяч. Чуть-чуть проще. 2 тысячи? Нет, это... Это не каждый человек обойдется. Если ты 2 миллиона на 1 тысячу поделишь, то ты получишь 2 тысячи. Когда ты их опять на 10 поделишь, то это будет 200 рублей на человека. Так что это дешевых людей правительство Москвы закупает.
Видимо, их придется в бомжатниках собирать. В бомжатниках собирать? Ну, молодых бомжей. Молодых бомжей. Молодых родителей. С одной стороны, мы зубоскалим, да, потому что это прикольно и ужасно глупо. Как бы. А с другой стороны, обратите внимание, вот эта абсурдность, она все равно благодаря интернету становится очевидной. А значит, она скоро либо перестанет быть абсурдностью, либо исчезнет из реальности. Ну разве нет? Мне кажется, что и до всякого интернета абсурдность нашей жизни, в общем, всем было хорошо понятно. Читаем Салтыкова-Щедрина, читаем Гоголя, читаем Платона. Ну, может, теперь появились перспективы именно с помощью интернета, потому что, ну, это слишком очевидная штука. Все-таки Щедрин — это писатель, а интернет — это как бы реальность чуть-чуть параллельная, нет? Да, в общем, я не припомню исторической эпохи, когда бы было мало абсурда в жизни. Нет, абсурд в нашей стране. Просто доступ Маск к этому абсурду, да, в познавании. Массы в нем просто жили перманентно. Сейчас просто они живут и продолжат. А вот это доступ к зеркалу. А Маск таки смотрит в зеркало, что это? Нормально. Нет, ну вот, кстати, по поводу доступа к информации. Вы же в наблюдательном совете Навального находитесь, да? Насколько мы знаем. Да, у меня есть доступ к его информации. Да, конечно. То есть вы как бы при помощи этого самого пресловутого интернета следите за тем самым абсурдом, который происходит. Нет, отслеживает Роспилом. Да. Отслеживаю движение денег. Ну да. Не было бы интернета, как бы вы отслеживали его? Слушай, не было бы интернета, пришлось бы ему выписать недоверенность на доступ к банковским счетам. А, вот такая технология тоже существует. Ну, то есть интернет кардинально ничего не поменял. Получается, по всем вот вашим ответам, что как было до такого массовой поляризации интернета, так и после этого факта, ничего, по сути, не поменялось. Понимаете, люди, они те же люди. Вы их посадите на табуретку, или вы их посадите на Феррари. Глупый не станет умным. Госнаркоконтроль не перестанет крышевать наркобизнес от того, что им быстрый кабель туда проложат. Да? Угу. Не перестанет ловить ветеринаров в то время, как поставщики крупных партий героина свободно открывают ногой дверь у них в помещении. И мне больше всего понравилось про наркоконтроль за последний год. Это история про двух офицеров, которые умерли от передоза в ведомственной бане госнаркоконтроля. Ведомственной бане. Прямо сгорели на службе буквально. Что ни слово, то такой оксюморон, да? Как это называется? Ведомственная баня, госнаркоконтроль. Уже как бы странно. Бог с ним. Ведомственная баня. Госнаркоконтроль. И умерли не просто так. Нет, это дикость. От передоза и при исполнении. Да. Скажите, Антон, а вот вы можете сейчас нам доложить, так сказать, вот как член наблюдательного совета, как идет работа, вот ваша, как называется наблюдательный совет, простите? Да никак не называется. Наблюдательный совет Навального. Неформальная организация. Да? И это даже не совет, это просто отдельные люди, которые между собой никак этого не обсуждают, просто в любой момент, если кому-то интересно. Сколько там сейчас денег? И какие по ним транзакции? Ну, это мне надо было бы открыть компьютер и посмотреть. По ощущению, я думаю, 6 миллионов 200 тысяч. А можно зайти прямо из интернета посмотреть? Конечно. Это долго? Обычный немножечко займет, потому что пароля у меня нет под рукой. Не будем. Мы верим, да. Нормально. Но там у Навального не воруют. В смысле? А он просто же обозначил, что ему нужны эти деньги на оплату труда юриста. Потом обозначил, что юристы нужны. Потом какие-то кандидаты пришли. Значит, вот девушка, которая пришла первая и начала работать, я думаю, вот сейчас как-то настало время ей платить зарплату. Очевидно, я увижу первую исходящую транзакцию там в виде платежа. А сейчас деньги только накопились, и вот сейчас они начнут как раз тратиться. Да, там все идет по плану, как, собственно, сказал. Деньги нужны для того, чтобы оплачивать. А кто следит за тем, как тратятся деньги Навального? Навальный следит за государством. Государство, понятно, за ним. Кантона следит. У него есть очень красивая жена. А, жена следит. Я готов вполне ей доверить этот вопрос. Его деньги — это его семейный вопрос. А вот деньги распила, как бы, ну там не так много транзакций исходящих. В общем, не обременительно за ним следить. Понятно. Ну, то есть общественность может. Вы утолили свою страсть к оперативным новостям интернетом? Да, если позволите, это несколько общефилософский вопрос. Просто Антон действительно персонаж такого масштаба. Кто, так сказать, в интернете бывал, тот... Красоты не видал. Тот красоты настоящий не видал. Да. А сейчас может видеть на экране телевизора. Вот скажите мне, Антон, это важная история. Вот понятно, что это были истоки, самые-самые начала. Все бурлило и, так сказать, расцветало. Вот как одновременно быть главным редактором без потери качества и в 4 изданиях еще сотрудничать, чтобы все вам платили приличные деньги, чтобы вы превратились, вот как это называется, евангелиста интернетного?
Ну, в каком смысле как? Есть просто... Ну так, как? Без потери качества. Есть технология. Или вы сейчас скажете скромно. Или спите брат, это энергия плюс талант. Или есть, ну правда, вот это интересно. Ну, просто разным людям комфортно работать в разном режиме. И большинству людей комфортно жить и работать там где-то в районе триады Сеченова. Да? Наш великий физиолог Иван Михайлович Сеченов сказал, 8 часов вкалываем, 8 часов расслабляемся, 8 часов спим, глядишь, и 24 часа пролетело. Вся жизнь так. А да. Если посчитать, то 8,3 как раз и будет, например, 24. Именно так. Да. И вот он посчитал. А, посчитал. Он посчитал, да. Но есть люди, у которых все не так удачно сложилось в жизни. Которым приходится 12 часов вкалывать, 12 часов... Приходится там... Или вы тот везунчик, которому прям комфортно там, работать 12 часов там, или 16 часов? Или вы себе это выработали наоборот как-то? Нет, мне комфортно работать, так вот, как это говорили в наших больницах, сутки через трое. То есть мне комфортно в формате мозгового штурма. Мне комфортно напридумывать за один день то, что потом будет делаться и осмысливаться месяцами. Угу. Вот мне комфортно так спрессовать в одно мозговое усилие, как бы то, что в нормальной офисной жизни происходит там, по мере нескольких месяцев совещаний. Мне удобно вот концентрировать этот процесс. Это понятно. А вот вы еще сказали по поводу того, что каждый привык работать в своем режиме. Да? Насколько я знаю, что вы немалое количество времени проводите в Индии. И не только в Индии. И в других приятных местах. И можно так сказать, что Антон Носик большое количество времени проводит. Ну, где-то. Нет, почему-то. А в Индии вы часто бываете? И подолгу ли? Нам просто. А вы подолгу, подолгу живет там моя семья. Да. Она как заселяется. А у вас сын входит там в школу? Не, ну нет? Он еще маленький. Ему четвертый год, и вот сейчас он провел четвертый сезон в Индии. То есть в Индии он. Ну а вы-то часто там бываете? Вы там, можно сказать, вы где живете? Здесь или там? Я отвожу туда семью. Так. Провожу с ней там часть декабря, часть января. Потом возвращаюсь в Москву, работаю, приезжаю к ним там на неделю в месяц. А потом в апреле еду, забираю сына, а жена отправляется путешествовать, отдыхать от нас. А можете вопрос? Да? Вы, простите за резкость, дауншифтер? Ну, безусловно, я очень ценю свободу от присутственных дней и присутственных мест и ценил ее всю жизнь. В этом смысле, конечно, мой стиль жизни очень не похож на то, что модно называть офисным рабством. Поэтому, если как бы обозначить формальные признаки дауншифтера и сравнить их с формальными признаками офисного раба, то я, конечно, на дауншифтерской стороне. Но просто фокус заключается в том, что тот момент в моей жизни, когда я перестал работать за зарплату почасовую, построчную, а стал делать карьеру менеджера, стал занимать руководящие посты, и это был как раз тот момент, который и был, собственно, главным актом дауншифтинга в моей жизни. Факт принятия этого решения. А можно еще концептуальный такой вопрос? Позвольте, ребята? Конечно. Вот смотрите, я помню, мне, кстати, до сих пор за это стыдно, за это отвратительное какое-то вот именно рабское эмоция. Я помню, мы стояли как с ребятами в подъезде после физкультуры на лыжах. Почему-то очень хорошо запомнил. Ну, правда. Началось. Лето. Это рубрика в нашем и шоу помню, что кто-то «Откровение от Анатолия». Школа или флот. Извини, все, ему тяжело говорить. Класс четвертый был. И кто-то говорит, слушай, а представь, сейчас вот Ленин, если бы посмотрел, как что получилось, как клево. Дома девятиэтажные, подъезды наши, и мы такие, типа, на лыжах. Да, клево. Да, Ленин гордился бы нами. Почему-то, подумали мы, не обращая, это сейчас я обращаю внимание, что дома-то были, ух, специфические подъезды были, ой. Ну, неважно, я хотел спросить, вот вы стоявшие у истоков интернета в том подъезде после физкультуры на лыжах, вот вы, а где вы взяли эту жилетку? Вот эту, вон там. Скажите нам, что, вот то, что сейчас происходит, это как бы логическое продолжение того, у истоков чего вы стояли? Или, может быть, искаженный реальность? Что ты имеешь в виду, сейчас происходит? Антон, понимаю. Ну, это предсказуемое и предсказанное развитие. Когда-то интернет был местом, где собиралась какая-то интеллектуальная элита и какие-то люди, в общем,
понимающие друг друга с полуслова, там, с определенным образовательным уровнем, цензом, там, говорящие на разных языках и содержательно, был другой, разумеется, моральный климат. Был другой. Ну, вот как в памяти многих европейцев те времена, когда можно было оставлять у дома машину, не запирая. Да? Ну, и тогда уже было понятно, что вот они сейчас набегут, дорогие, скажем так, телезрители, сейчас они набегут, и сейчас они попросят, чтобы им там устроили комсомолку-толстушку, да, и это самое, и чтобы им там устроили там кошмар в семье знаменитого популярного артиста, и кто с кем спал, и так далее. И это все было предсказуемо, что вот сейчас придет... Придет масса. Носитель невысоких культурных запросов. А куда деваться, так сказать, интеллектуальной элите? Тут а никто, знаете, никуда. Меня так никто и не заставил за все эти годы читать «Комсомолку-толстушку». Мне как не было интересно, так и не стало интересно. Прошу прощения. Антон Носик, человек, который так и не читает «Комсомолку-толстушку» на самом деле. Спасибо, мы передадим, да, Антону. Привет от интеллектуальной элиты. Все 4 человека нас сейчас смотрели. Это был большое спасибо. Антон Носик был с нами сегодня. Спасибо. До новых встреч. Спасибо, до встречи.